Всем привет и хорошее настроение. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Сегодня мы решили изменить свои, так сказать, привычки многолетние и поехать не на удильную, а у нас в Питере есть еще одна барахолка, так называемый бизнес-клуб Юнона или рынок Юнона. Раньше он был единственным таким вещевым блошиным крупным рынком, но потом уступил пальму первенства уделке. Вот, а раньше и в 80-е годы, в конце, в начале 90-х, я даже торговал на этом рынке, на вот Юноне. Она сейчас переехала на проспект маршала Казакова, дом 35 в Петербурге. А раньше была возле метро Автова такая барахолочка, у магазина «Юный техник». Собственно, с нее и начинается история таких современных барахолок в Санкт-Петербурге. Сейчас мы приближаемся как раз к этой барахолочке, к Юноне. Вот. Она, конечно, сильно поменялась с момента своего возникновения. Сейчас там все застроили ларьками. И осталась совсем небольшая площадь, которая посвящена блошиночке. Сейчас вот мы заедем на парковку. Здесь, слава богу, есть, в отличие от удельной, приличная парковочка. Сейчас, Серега, там будет заезд. Вот после этого перекрестка там будет заезд. Вот. И мы заедем на парковочку и пойдем на этот рынок, на Юнону. Посмотрим, что там интересного может быть. Солнышко. Юнона! Вот они, эти красные буквы, Юнона. И сейчас мы здесь где-нибудь запаркуемся и пойдем Юнону юнонить. Немножечко. Главное потом машину найти. Не забыть, где мы встали. Ой, Серега, вот. Вот, собственно говоря, эти буквы Юнона. И вот по лесенке, где народ спускается, там как раз барахолочка. Потому что все, что находится далее, там сплошные ларьки, киоски и всякая фигня. А раньше вся эта площадь была вот таким рынком блошиным. Это новые районы, юго-запад Санкт-Петербурга. Вот там дальше залив уже, а здесь Юнона. Ну что ж, пройдемтесь, поднимемся, посмотрим. Не знаю, как здесь относятся люди к тому, что если я буду снимать... Ух ты, смотри, какая победа, Серега. Вообще, да. Блестит. Автомобиль типа победа. Ну, вот, уже начинается. Юнона всегда была в основном радиотехническим рынком. И до сих пор еще торгуют всякой радиотехнической вещью. Но вот уже, о, слушай, большой, кстати, довольно много рядов, да? Да, и удобнее. Да, так и ходить удобнее, да? Навесов здесь нету. Ценник здесь будет уже, я думаю. Ну, ценник, я думаю, не знаю, сейчас спросим, что почем. Алюминий, чугуний. Пока все такое техническое сугубо. Знаешь, всегда был радиорынок. Всегда можно было купить радиодетали. Серега, там дальше есть по радио. Электроники здесь нет. Как вот на уделке. В смысле электроники? Ты имеешь в виду аппаратуры? Да, да, да. Да там. Да, она там. Да там не то. Ее здесь нет, она там дальше. Ну, пройдемся сейчас, прошвырнемся. Что нам? Нас никто никуда не гонит. Струбцинку я так и не купил. Струбцинку? Нужна, но я сейчас выскажу. А ты хоть знаешь, какая тебе нужна струбцинка-то? О, энциклопедия садовода. Надо купить. Для кого? Да. Да, большая барахолочка достаточно. Но здесь ветер пронизывающий, да? На уделке там как-то все внизу, а здесь довольно прохладным. Серый там уже струбцины покупает. Здесь, да, очень ветрено. Мелкоскоп без объектива. Не надо тебе микроскоп? Без объектива. Без объектива продаются отдельно. Давай между рядами походим. Ой, ты наступила? Давай еще раз. Это я свои ноги пихаю, куда не следует.
Ай, холодно как. Пронзительный ветер. А вон и аппаратура, пожалуйста. Хочете усилители, приемники. Что тут? Комплекс радиотехника. Чего, простите? Спидала 1000 рублей. А камера? То же самое. Ага, что еще интересного есть? Это дозиметр, нет? А рученьки вам? 3000. А этот? 2000. Диктофоны в какую цену? 1500. 1500. Хотя они одинаковые. Один без задней крышки. Ага. Подключи, микрокассетка, да? Да, один рабочий. Это от машинки швейный мотор, насколько я понимаю. Спасибо. Здесь дороже, чем на уделке. Выбор? Ну, здесь такая специфика. Здесь все, что снова такое техническое. О, помнишь, Серега, такие аккумуляторы заряжать, кислоту мерить, плотность электролита. Убирайте здесь восьмерки были, знаете. Здесь убирайте здесь. Почем? Да, есть такой. Балтики, почем? Радио. Приемник. Не, нет. Выше, выше. Да. Две. 51 год, идеально. Ткань не родная, видишь? Розочки какие-то. Нет, здесь совершенно другая специфика, да? Да. На уделке как-то по-другому все. А чем бинокль? Ценник зашкаливает. На уделке все гораздо гуманнее. Да в три раза, да? Согласись. В три раза. Кассеты в какую цену у вас? По 20? Ну, кассеты в ту же цену. Правда, все ноунейм. Что радио? А, приемничек вот этот сколько стоит? 200 рублей. 200 рублей? 200 рублей? Я возьму. Или ты возьмешь? Не, не, не. А за 150, за 150 не отдашь? За 150. Да, он болтается. У нас же нет такого, да? Ой, извините, пожалуйста. Удачника мы взяли. Что это такое? Коробка. Не коробка, пистолет. А пистолет для чего? С этих пулек стреляет, с резиновых. А, с резиновых? Да. А, понял. Не железный, пластмассовый? Ну, не знаю, не легкий он такой. Не так легкий. Заряжается. Сколько стоит? 200, я прошу. 200 рублей? Холодно, да? Ты замерзешь, ты в машину иди. Мы побродим. Мы морозостойки, так что тут. Очень ветер пронзительный. Отвратительный. Сфинкс. Ой, Серег, смотри какой. Бра. Сова. Это Катя надо смотреть. Она подсвечник. Подсвечник. Но это не подсвечник. Хотя туда можно и свечи ставить, да? Свечи. Ну да, согласен. Было бы отверстие, да? Да. Вот, да. Свеча найдется. Романтическое лечение геморроя, да? Да. Ужин при свечах. Динамики. Почем часики? 150 рублей. Вот эти? Вот да, эти. Их же ремонтировать надо, они вот.
Ну, за 100 рублей отдадите? Нет? За 100 бы взяли. Так, вон микроскоп. Маяк, псы маньяк. Так, медаль опять же. Собирайте за 100. Я их до конца додолбаю. За 100. У меня их может не быть. С пятерки. Да я дам тебе. А, у тебя пятерка. Лучше разменяй. Портрет. О, Михаила Ломоносов. Смотри, что. Что делается. Где? О. А у нас такой есть, только не зеленый. У нас такой, только не зеленый. Чей приемник? Мой. Сколько стоит? 700 рублей. Нет, это очень дорого. 500. Да. 500. 500 это очень даром даже. Тут написан год, а то мне некоторые говорят. Да, можно смотреть. Ой, да это современный. Я говорю, нет. Такой зеленый? А что он такой зеленый? А мне тоже спрашивают. 51-го года ГОСТ. Это ГОСТ. 57-го. Это ГОСТ. И шнур зеленый. Смотри. И это зеленый. Вилка зеленый. Это уже такое нельзя. Слушай, сделать. Слушай, нет, вещь-то так интересная. Давай за 400 и по рукам заберем. Давай, тебе. Часики. 500 рублей. Они идут? Да. Приветствовать. С будильником. Будильником, конечно. Столице. Дальше нам спадет Елена Ваенга. А чуть позднее новые песни. О, это, кстати, тоже приемник, этот самый проводной. У меня такой есть. Только картинка другая. А этот сколько стоит? 100 рублей. 100 рублей. Слышим. Объективчик в какую цену? 300? Тут что-то другое. А, это кто? Это не Молотов, нет? Радио. Знакомое лицо. Радио. За 400 торговали. Есть с пятерки сдача? Будет у вас? С пятерки сдача. Какую цену кассеты? 50 рублей. 50? Угу. Где Серхио? Там часы нашел. Часы нашел. Корабельные? А. Не рабочие. Не надо. Корабельные устанешь чинить. Какая-то оптика есть, пойду-ка гляну. Да? Ну ты помнишь, где машина стоит? Ключи у тебя, да? Не мерзни, Катюш, если холодно, лучше не простывать. Мы-то морозостойкие. А сколько бинокль стоит вот тот беленький, театральный? 1000 рублей. За полторы дорого. Микрофон хороший и редкий, на самом деле, динамический, а из первых. Но полторы я не готов за него отдать. Вон подсвечник и кать. Хорошо? Не то. Понял. Да, вот чем характерен этот рынок, очень много радиодеталей по инерции еще продают. С тех времен. Пошла? Пошла. Сказала, уйду я от вас. Злые вы. Главное, чтобы она не уехала. Ну ладно. Отсюда такси дорого. Вот батарейки для твоих часов в том числе, я думаю, тоже есть. Но я не знаю, какая в них стоит. Ладно, у меня дома какие-то есть.
Командирских нету? Я командирские собираю. Тебе надо на Украину, пока командиров много. И у всех часы. Я не все эти. Серый, не надо очки сварочные. Я ж не настоящий сварщик. А, это защитные просто, да. Это бритва. Чтобы бриться. Это кинокамера спорт, по-моему. Даже с тросиком, прикинь, спусковым. Батарейная. А сколько камера стоит? 500. Пластинки колотые. О, у меня вот, кстати говоря, вот патефоны пластинок есть. О, выжигалка. Не купи. А, не купи. Нет. Не патефонки надо покупать, наверное, уделки. Есть вот мои, почему? Брать снег есть уже тяжеленький. Да. Так, где мы не были? Вот тут могут быть струбцины. Ну я видел там какие-то места, да похуй. Попадется? Попадется струбцина, будет струбцина. Не попадется струбцина, не будет струбцина. Ну как торговля? Что стоит? Тысяча. Да. Слушай, недорого. Я такой за две покупал у китайцев. Что тут? О, антиквариат. Шахматы на развес. 200 килограмм шахмат. Ведро пить. Гюго Шолохов. Ну да. Характерно, здесь не на земле, а все на столиках. Шлемак. Шлемофон. Опять шахматы на развес. Популярно. С той стороны стоит. Ни на что глаз не лег. Глаз сколько, не лег. Ну, приемник ты купил. Хоть с какой стороны ходить. Да, да, да. Хоть раком, хоть боком, да. Смотри, реально, да, ассортимент отличается. Ну, да. А вот тот бинокль красный, редкий.
Какой? Да вон, театральный. Я имею в виду, все обычно они белые, а этот красный. По чем бинокли? Вот этот, вот этот. По 500 дайте. По 500. Тут гуманно достаточно, да? 500. А календарь переворачиваемый? Полтора тысячи. Полторы. Полтора. Ну только и тоже недорого. Там-то две. Там три. Там три. А где календарь? А вон он стоит. А где он стоит? А вот этот? А ну посмотрим. Проверяй. 12 вечера. Суббота. А за 1000 не отдадите календарь? За 1200 могу дать. 1200. Да, потому что я сам 1000 куплю, 200. Ну, серый, ну твоя находка. Если хочешь, забирай. Да я заберу. Забери. Пакет понадобится, вам возьмем. Давай. 5 рублей будет сдача у вас? Опа, да. Начинается. Нигде деньги не разменять. Индустан. Вы хотите, переведу. Переведет можно. О, видите? Да, вот можно. Да, консенсус. Вот это часы твои. Это часы твои, да, да. Слушай, за 300 не отдашь бинокль? Нет, никак. Вот, никак. Берите 800 отдам, два. Два не надо, один надо. Вы спросили два, поэтому... Я понял, да. Давай за 400. Здесь вот не хватает штучки, да, вот этой? Не хватает. Ну, это там просто вставка. Давай за 400. Ну, давайте. Бросайте туда. Маленькая такая. Маленькая, не. О, какая, нет. Какая прикольная. Ну, это да, но не наша тема. Ключи газовые. Ломоносова пока не купили. А кто же рядом с Ломоносовым? Какое-то знакомое лицо. Какой-то, не, не Калинин, не, вот с Ломоносовым рядом. Какой-то не то, мол, не, не Молотов. Вот, на Молотова похож, но это не Молотов. Но это не Молотов. Ковер. Кто? Вон часы, ковер. Вот эти? Не, вот эти ковер. А, эти, я не знаю, что это такое. У меня были ковер. Хорошие? Да не, ну как тебе сказать, они... самых дешевых. Да? Брендовые. Но брендовые. I love you. Блин, вот забанят, кстати. Надо тут фрагмент удалить. Грузовик какой прикольный. Американский. Но без колес. Экспонометр. О, это что? А? Вон часы. О, нет. Это не часы. А это не часы. А эти с дарственной надписью. Это экспонометр. Нет, это тебе не надо. Экспонат? Экспон... Да. Так, мы там были? Мы там были, но... А мы тут были. И тут мы были. Вот там мы не были. О, круг спасательный. Железные. Железные игрушки, они дорого стоят. Да. Шпульки, нитки, банки. Будильник. О! Ох! Что стоит? Это чайка. 2000 чайка. Чемоданчик. А, ну на ней написано 2000. Это бритва Харьков. Только ее там нет. Да и Харьков где сейчас? Да и Харьков-то сейчас. Да где, где сейчас Харьков-то? Да? Точило можно сделать. А, от Урала манометр. Спайло,
маяк из первых. Прикольный аппарат. Раньше был первая такая отечественная дека, более-менее под Японию сделанная. Вот струбцины серые, не такие? Да, да, да. О, струбцины. Почем струбцины? Вот эти. Какие? Как все почем? 300 рублей. А это? Это 100. А это 100. Духла. О, солнышко вышло. Стало как-то все пригляднее. Сколько тут цветного металла. О! Зажигалка? Да. Есть. Ну, это, конечно, не удельное, удельное побогаче. Из земли вообще не торгуют. Ну ладно, полторы, уговорили. Да, не хочешь, не Какая красота! Сколько это тоже будет стоить? 7 тысяч. 7 тысяч, да? А чемодан? Чемодан 25. 25. Железная, да, дорога Пика. Музей, точно. Да, была у меня такая, 10 рублей стоила комплект. Паровоз и два вагончика и рельсы. А, и стрелка переводная от батареек работала. Бронетехника по 1000 рублей продают нынче броники. Столыпинский вагон. Порадовало наличие довольно уютного и бесплатного туалета на этом рынке. А то холодно. Там паспорт.
метр, один метр. Касса. Торговля на площадке для малоимущих осуществляется только со столов. Оплата проверки электрооборудования, тыры-пыры, 8 лет. Прикольно. Только со столов. Вот поэтому земля здесь и не торгует. Это, оказывается, площадка для малоимущих. Прикольно. Так, где Серега? Катерина замерзла, убежала в машину греться. Ну, ветер, правда, пронзительный. Вот, в принципе, весь рынок и обошли. Thank you.